В Ахтовом поселке проходит основной этап ежегодного конкурса «Уздык-Маман». Участвуют подразделения разведки добычи казмная газа из Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей. Успех бригады по ремонту нефтяных скважин, слаженность и взаимопонимание. В команде трудятся два брата, нефтяники в третьем поколении. Мы понимаем друг друга без слов. Ведь здесь самое главное – быть уверенным в своих ребятах. Знать, что они выложатся на 100%. Конкурс, безусловно, работает на стимулирование профессионального роста в компании. Но самое главное – это прекрасный повод для профессионала своего дела встретиться вместе, свою работу показать, да на других посмотреть. Есть особенности. Есть те моменты, которые, например, технологическим циклами мы уже давно отдали в аутсорсинг. Ну, поучиться, посмотреть и, так сказать, заметить для себя, мы очень многое видим. И постараемся все это, естественно, использовать в своей работе, в дальнейших вопросах развития перспектив нашей своей компании. Секрет братьев Мажитовых сработал. Их бригада признана лучшей. Впрочем, даже тех, кто не занял призовые места, проигравшими назвать трудно. Тот факт, что все они приняли участие в этом конкурсе, уже говорит о том, что они одни из лучших в отрасли. Талгат Утигулов, Тимирлан Султангазиев, Атырауская область.